Продажу крупной партии наркотиков предотвратили на территории региона. В мае текущего года в Вольске была задержана этническая группировка, которая занималась поставками героина из Ленинградской области. С их участием зафиксировано 4 факта сбыта наркотика. Действовали наркоторговцы одновременно в нескольких городах региона. Кроме того, сотрудниками регионального УФСКН был задержан еще один мелкооптовый дилер. В отношении задержанных наркоторговцев возбуждено 5 уголовных дел за 8 преступлений. Статьи являются тяжкими, и санкции предусматривают за подобные преступления от 8 до 15 лет. Были задокументированы факты хранения наркотического средства героин как в значительном размере, так и в крупном, по части 1 и 2 статьи 228. 2 участника данной группы были заключены под стражу, находятся сейчас в следственном изоляторе. Мелкооптовый сбытчик был отпущен на подписку о невыезде.